Читаем «Добротолюбие». Что вещественный дом для общего воздуха, то мысленный ум для божественной благодати. Насколько выбросишь вещества, настолько войдет, и насколько внесешь, настолько удалится. Вещество домашнее – сосуды и снеди, а вещество ума – тщеславие и самоугодие. Широта сердца есть упование на Бога, а теснота его – забота житейская. Преподобный Марк Подвижник –